Здравия желаем. Продолжаем эксперимент. Вот сейчас уже, сейчас скажу, сколько дней уже горит. То есть, по-моему, третий день уже. Лампочка горит, то есть, видите. Они думали, может, это так, пока батарейка не выдохнется, а вот уже горит. Значит, 19 мая, сегодня 21, двое суток, видите, горит. Было-то на 9, напряжение даже и поднимается еще. Вот видите. Скачет 10.03, 10.01. Ну, еще меньше 10 не опускается. Уже, значит, двое суток. Схему там один говорил. Схема простая, вот батарейки от ноутбука старые. 7 штук я разобрал. Получилось 100 ватт, я мерил это видео, где-то 100 ватт. Дальше. Тоже это показывал. Выпрямитель подобранный. 50 ватт, 12 вольт, 4,16 ампера. Производство его, так, производство Китай, наверное. Made in China, да. Тут вот лампочка в его, вот. Включен сюда. Счетчик, вот как видите, двое суток стоит уже. Счетчик проверяем. Видите, я лампочку включил, счетчик пошел. Оп, остановился. Сейчас назад пойдет. Встанет сюда на место. И будет стоять. Но включено сюда же вот. То есть никакой подтасовки нету, как говорил там рептилоид. Сейчас, значит, нарисуем схему, он просил. Хотя схема понятная. Так. Вот здесь нарисуем все. Так, снизу начнем. Вот счетчик. Счетчик, вот видите, вернулся назад. Они не в курсе, что энергия, я же показывал, это пружина. Если пружину сильно не сжимать, здесь это как нагрузка небольшая, одна лампочка, то она назад. И счетчик назад скручивается. Лампочку зажигался сразу. Значит, вот счетчик. Дальше идет провод с него. Фаза. Как обычно. Переменный ток. Фаза 0. И здесь стоит выпрямитель. Вот он. С выпрямителя, значит, опять идет. Тут уже идет постоянный ток. Значит, здесь 220, 230 у меня примерно вольт переменный. Здесь постоянный ток 12 вольт. 12 вольт. Далее идут батарейки. Значит, 7 штук по 6. 7 6, 42. 42 штуки. 42 штуки по 3,7 вольта, по 2 ампера, но так как они не новые, это примерно, ну, где-то 1 ампер или около того. То есть 3,7 вольт, 1 ампер. И лампочка идет дальше вот от батареек, от этого, ну вот. Все вместе тут параллельно. Лампочка.
7 ватт, 12 вольт, светодиодная, LED. Вот и все. Делайте, если не верите.